Всем привет из любимых просторов. Сегодня у нас Виктория что? Бочка, волшебная бочка. Так. И как вы думаете, что в ней? Давайте посчитаем до трех. Раз, два, три. И правильный ответ. Черника! Много черники было. Вот почти, сколько там, больше половины бочки. Видите? Так, Викуля, откуда она у нас взялась? Сначала я скажу, сколько мы на нее времени потратили. Ну и сколько? Так. А сколько же мы на нее денег потратили? Нисколько. Откуда же она у нас взялась? У нас просто есть очень добрые соседи, которые всегда готовы поделиться своим урожаем. Ну, видите, какая шикарная черника. Да. И вкусная. Дядя Витя, привет! Оттуда. Мы не слышали, как папа бибикал на бассейне. Да. В общем, вот такая вкусняшка. Сейчас будем закручивать, делать компотики. И вот такую вкусняшку. Так что собирайте чернику бочками, либо имейте хороших соседей. Всем пока-пока, Виктория. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А мы будем есть чернику. Целую. Пока-пока.